Вот наши девочки харчи получили. Ой-ой-ой-ой-ой. Да, конечно, конечно. Никто забирать не будет. Ой-ой-ой. Ты когда принесешь уже щеняток, а? Все, не кричи. Поехали мы. В общем, время подошло, 7 часов вечера. Поехали приваду выложим на медведя, да фотоловушку установим. Вот на этом дрынолете сейчас попрем. Ну, пойдем. Заложим. Видишь, уже трава сильно поднялась. А вот же какие-то дни. Да, да, да. Вот такая у нас кормушка на медведя. Давай. Ну, конечно. Аж, наверное, в этом видеокамере аж запах, наверное, сейчас отобразится. Ой, хорошо как. А ветерок куда дует? Фасольчик. А чё ж ты так? Надо было или поменьше порезать, или... Она мелкая, но... Да? Золотая. Ну ладно, ты вытряхай. Фу, хорошо. Свежо. Так, смотри, тут фотоловушка лежит. Пойду я проверю эту. Вот, а тут и лось ходил. Вот тут вот где-то. Да, вон следы есть. Угу. Фу, хорошо сюда тянет. Так, пойдем посмотрим, что там у нас. Веревка на месте. Маск-сетка на месте. Труп вроде пока не разваливается. Ну, завтра в 5 утра можно прийти, посидеть маленечко. Туман, кого там ищешь? А? И фотоловушку сейчас установим. И будем посмотреть. Вот так вот тут осталось после этих лесозаготовителей всякие, железяки, трасса. Фу, хорошо, аж сюда тянет. Сам бы стал, сам бы ел. Ой, вкуснятина. Ну ладно, сейчас будем производить дальше подготовку к завтрашней охоте. Вот, фотоловушку установили. Как раз направление на эту кашу вкусную. Ага, вот тапочек небольшенький такой. Такой небольшенький. Ага. Небольшенький, примерно 47-го размера. Ну, босиком. Ага. Ну, будем ждать, что он нам выдаст. Так, все, сейчас едем он на тот узел связи. Мегафон.